Всем привет! Вот решил вас, ютуберы, порадовать природой. Вот, сижу, нахожу сейчас на природе. Вот, земляничку собираю. Вот, набрал. Дожди кончились. Не знаю, либо варенье, либо компот, либо в морозилку кину. Вот такая халявная красота у нас. Вот. Растет на поляне. Надо скамечить. Нормальная ягода. Не полезная. Без всякой химии. Натурпродукт. Вон, даже еще не отцвела. Так, вот, еще цветет. Лень собирать. Но зима придет. Витамин охота будет. Так что надо готовиться. Отжираться, как медведь. Вот. Вот российская природа халяву дает. Бери, не хочу. Как я в интернете или по телеку видел, народ делится на две половины. Кто в домах сидит, а кто лазит по природе. Кто-то что-то боится, как повесть «Премудрый пескарь». И потом даже щука его не ест, потому что есть нечего. Всю жизнь отсидишься. Я в армии был, я знаю. Армия жизнь дает, не развивает организм. Нас там на зарядку гоняли в 6 часов утра. У нас здоровье крепкое из-за этого. Так что вот такая красотища. В Москве живет, грибов еще нет, но ягоды пошли. 2017 год. Даже вот эти листики можно заваривать и пить. Это лечебные травы, народная медицина. Интернет недолго искать. Головную боль помогает. Ну, вообще, я гуляешь часто. Зачем пить таблетки? Потому что они только губят организм. Вот. Почаще нужно на природе тусоваться. Все будет тип-топ. Кому понравилось это видео, то ставьте лайки. Всем пока-пока. А, не пока. Вот еще черника пошла. В лесу. Для зрения хороша. Так что, а вот теперь пока-пока.